Древний город встречал гостей с пылом самых ярких юношеских эмоций. Полюбившийся многим россиянам праздник прошел с небывалым размахом. Под звуки лирической музыки, звон средневекового оружия и перезвон колоколов Муром отметил День семьи, любви и верности. Подробности в сюжете. Единство звуков, красок, настроения. Праздничный город поразил новым убранством не только гостей города, но и самих жителей. Скверы и улицы исторической части Мурома превратились в одну большую сценическую площадку, в которой роль каждого была главной. А интерактивные площадки воссоздавали сюжеты самых известных фильмов о любви с той самой народной музыкой. Любители селфи могли запечатлеть себя в неповторимой обстановке. День семьи, любви и верности располагал и к семейным фото. Арки, увитые розами, разноцветные ленты, камины и рояли, украшенные живыми цветами, многочисленные скамейки и качели, превратили улицу Московскую в романтический бульвар. На улице Московской очень понравилось. Прям все так красиво сделано. Все очень прям замечательно. С каждым годом все интереснее и интереснее получается. В восторге, в неописуемом таком. Что-то такое вообще новое сделали, оригинальное, неожиданное. Вот. Ходим каждый год ждем именно этот день, потому что он такой незабываемый, интересный. У нас совершенно не так давно образовалась семья, почти год назад. Нам очень нравятся такие мероприятия. Мы гуляем по улицам нашего любимого города, смотрим на все выставки, ну и наслаждаемся настроением, позитивом. Праздник всегда у нас очень красивый, светлый. Я хочу пожелать всем горожанам счастья, любви, удачи, семейного благополучия, солнца над головой, мира и тепла. Фото на память со дня семьи, любви и верности останутся у десятков тысяч россиян, посетивших Муром. Так же, как и самые добрые и теплые воспоминания останутся в сердце о красивом семейном празднике. Елена Петрова, Александр Симонов, новости Муром.